Но, блин! Упс. Я этого не предусмотрел. Капец. Тихо! Олень, ты в курсе, что ты олень? Ну ты олень, такой олень, а? Да, на вкус как дерьмо, зато питательный. Так, ну в баню. Сохранение. Валим нафиг. К обезьянке. Вдруг она бананчика хочет, там еще что-нибудь. Но желательно, чтобы она хотела то, что я ей тущу, а то я не знаю, что я с ней сделаю. Так. Тикс. А тут дождь прекратился. Красный камень. Золотая версия данного оружия. Охренеть, вот просто. Это гениально. Так, а что с баррикадами-то? Так, руководство по выживанию. Рыбалка, отдых. Питьё, еда. Господи, блин. Так, ну это на 50% больше дамага наносит теперь. Просто перелезть не могу. Ще фигакс как-нибудь тут можно пролезть, а? Желтые фрукты. Надо этой хрени. Только чувствую, что я сейчас всех зомби абсолютно просто убил. Это особо и не видно, и не слышно нифига. Сейчас, в общем, по-любому там какой-нибудь сайт-квест будет, который
как раз нам поможет тут со всей этой хренью непонятной. Все это гениально. Где тут эти палки деревянные? Так, количество вас понял я только что. Чё, Мишин? Я слышу, как эти, блин, какая-то хрень. Это ты кто такой? Давай, до свидания. Слишком много предметов. Так, ну тут у меня... О, спеща, как... Я представляю, как это бомбанет, а? Это гениально! Так, я слышу, как кто-то зовет меня о помощи. Но, увы и ах, у меня нету... Ну, понятия не имею, как вообще туда попасть. Не можно сказать, что я тут всех зомби истребил. Не, заспаунились все-таки. Ну и как мне туда попасть, ответьте, пожалуйста. Я не знаю, это не сработает, но... Чё я там говорил до этого? Чё-то насчёт того, что не сработает. Так, я не знаю, кто это был, но я знаю только, что он злой. На, блин! Хе-хе. Мишку, что ли, тебе теперь? Почему он такой ужасный? Он злой. Наверное, он запер, но я не знаю.
Просто... Ой, помнишь, куда-то так... Ладно. Теперь у меня два этих углепластика. Так, взрывчатая приманка. Так. Ну, поплыли. Я чувствую... А почему снова на этот же, а? С которого когда-то смылись? Так, но у меня есть одна бомба. Это хреново, надо будет возвращаться и делать еще. Если я захочу все открыть эти хрени. Вот по-любому еще научит нас, наверное, бензин делать. Улучшенная бензопила малой мощности. Бронебойная бензопила работает недолго, наносит большой урон. Уйди! О! А, нет, разобрать тогда. Так. Ну вот это можно разобрать теперь. И сейчас посмотрим, можно ли вот сделать вот таким вот макаром. Сейчас посмотрим. Можно. Так. Одеваем тогда. Ну ладно, пусть пока что так будет. Куски кремния. Так, это гениально с моей стороны. Угу, вот оно еще одно удобрение. Ну, сейчас наберем, наверное, полный стек.
Привет. Сэр хочет тоник. Тоник для кухни. Шлем с забралом. Вот большую цепь я нашел. Улучшенная бензопила большей мощности. Но ее все еще можно разобрать. Значит, это еще не последнее улучшение. Брызговик еще один. А, вот, значит, в какую сторону мне топать-то надо. Я так понимаю, обязательно надо туда топать. Господи, так, тут мне по-любому понадобится что-то взрывать, да? Мне тут прям намекают вообще в наглую. Походу могу улучшить вот шлем свой, да? Да, могу. Теперь я какой-то капец, какой самурай веселый. Наполнили. Тикс. Ладно. Кажется, не буду трогать особо. Так, сейчас посмотрим.
Совместить. Еще одни очки, нахрена мне две пары. Тихо, у меня ухо зачесалось.